Приветствую всех. Сегодня поговорим про наброски. Так, что же такое набросок? Набросок — это предварительно бегло сделанный рисунок. Сделан он в общих чертах. А вообще наброски помогают нам разрисоваться, почувствовать форму предмета или животного. Наброски выполняются, как правило, мягким карандашом, без использования ластика, достаточно быстро. То есть на один набросок тратится около 5 минут. При этом ластиком мы не пользуемся. Сейчас мягким карандашком твердостью 6B показал вот такое тональное пятно и быстренько утемняю основные вот такие самые темные участки. Попробуйте. Вообще набросков должно быть очень много, чтобы научиться чувствовать форму, правильно изображать линии. Сейчас я использую карандаш твердостью HB. Стараемся уловить форму и характер птицы справа. Как у нее изогнуто крыло, форма тела, и в этом нам помогает большое количество набросков. Это именно вот быстрые беглые рисунки. Важно научиться чувствовать форму и ее передавать в наброске, при этом какой-нибудь из элементов может быть максимально детализирован, например, голова или крыло, но это не обязательно. Вообще для тех, кто учится рисовать, наброски очень важны. Даже если вы не умеете рисовать и никогда не брали карандаш, пробуйте рисовать, то есть по 10, по 15, по 20, да даже можно по 50. Открыли в интернете наброски животных или птиц и пробуйте уловить ее форму, передать характер. Вы увидите, как с последующими рисунками у вас получается все лучше и лучше. Вот сейчас у меня жираф внизу в середине, на примере, который тоже пробую его изобразить. Быстро рисуем, не боимся, то есть здесь у нас рука прям разрисовывается, смелее мы становимся с набросками, и практика очень важна. Самый простой набросок — набросок линии. Попробуем нарисовать лошадку слева сверху, которая на примере. Тут у нас простые геометрические формы, овалы, прямоугольнички, треугольнички. В рамках уже этих овалов, прямоугольничков, треугольничков уже отрисовываем. Наполняем фигурки уже детальками легкими, да, очень быстро, бегло, при этом стараемся попасть по форме, постоянно смотрим на фотографию, сравниваем, что у нас получилось, что не получилось. Лошадка очень достаточно бегло и аккуратно, при этом хорошо у меня отрисовалась. Ну и сейчас у нас так вот снизу справа собачка, тоже быстро, бегло отрисовывается легкая линия контур. Я рисую быстро, смело, чего я вам советую. Наброски вам помогут в практике рисунка потом уже лучше попадать в пропорции изображаемого. Посмотрите известных художников-анималистов, например, Василия Алексеевича Ватагина. У него есть очень хорошая база набросков, таких академических, поможет тоже сориентироваться в изображении животных. Тем более Ватагин изображал не просто животных так вот бегло, а он сумел передавать их характер, да, какое-то вот такое состояние. Ну а мы продолжаем улавливать формы набросков. Посмотрите, кошечка, которая сидит, у меня вначале был прям просто треугольник, да, и в рамках этого треугольника уже отрисовывалась последующая отрисовка лапок и так далее. Кошечка справа сверху имеет изящную линию хвостика и тела, и посмотрите, снизу лапки я вначале в квадрат уместил, а потом уже в рамках этого квадрата отрисовываю лапки. Такой способ изображения используют многие художники, когда мы идем от общего к частному. То есть сначала намечается какая-то общая линия или геометрическая фигура, потом уже в рамках этих фигур идут уточнения и детали. Видео я ускорил в 5 раз, поэтому мне сложно посчитать, что на все наброски я потратил около 30 минут. Попробуйте, это не так много времени, после работы или учебы очень расслабляет, при этом тренирует еще навыки рисования. А вот у нас кошечка Ватагина как раз. Начал я с круга и сейчас попробую попасть вот в эти формы глаз и отрисовываю тоже. Ну, не очень получилось, ничего страшного. Практика и практика, и еще раз практика поможет нам в конце добиваться успехов. Набросок пятном тоже можете попробовать, вот как в первом примере, да, я когда изобразил. Тоже достаточно интересный способ, но вначале лучше, конечно, использовать линейный рисуночек такой легкий. А потом уже тренироваться с пятном. Хотя можно и чередовать, и комбинировать. В этом ничего страшного нет. Вот наша кошечка сидит. Вот это мне, кстати, побольше понравилось. Лучше получилось. Там хвостик подрисовал еще побольше чуть-чуть.
Вот. Если информация вам была полезная и занимательна, можете подписаться, поставить лайк. Мне будет приятно. И в конце у нас снова ватагин, такие птички. Та, которая посерединке выбирает тоже. Смотрите, в самом начале очень легкий контур, да, то есть мы предварительно очень слабо нажимаем на карандаш, вот эти ловим основные линии, уголочки, потом уже в рамках этих линий я уже более сильно нажимаю на карандаш, потому что у меня уже есть определенная уверенность, отрисовываю эту птичку. И на этом мы будем заканчивать. Такой небольшой ролик получился про наброски. Попробуйте заведите себе книжечку или скетчбук и 20-30 минут вечерочком сделайте такие зарисовочки. Примеров в интернете достаточно много. Я вам желаю творческих успехов и до новых встреч.